Привет, друзья. Последнее время заказываю ножи. Китаец мне начал класть все подарки. И, в общем, в основном это бесполезный хлам, наподобие того, что мы сейчас держим в руках. Значит, это последнее время вообще стало популярны всякие компактные, многофункциональные девайсы со всякими непонятными причиндалами, типа гвоздодеров, отверток и так далее. Вот, и это один из них. Вот, значит, сейчас мы имеем дело с картой выживания, назовем это в кавычках. Вот, вот такой вот девайс. Давайте вот. А, значит, каждой карте. Я совершенно не знаю, сколько он стоит. Его можно купить отдельно, но там он стоит будет, я думаю, до доллара. Может быть, не больше $2. Потому как я покупал вот такой вот нож, и он обошелся мне в $2. Я думаю, что... Ну, то есть, этим ножом, по крайней мере, можно хоть коробку вскрыть. Подобными причиндалами я не знаю, чего делать. Вот, значит, каждой карте идет чехол и инструкция на китайском языке. Значит, если все-таки возникнет какое-то большое желание перевести, то можно скачать приложение. Спасибо пользователю, зрителю, какому, к сожалению, не помню кто, объяснил, значит, можно скачать приложение, и, в общем, Google переводчик переведет вам вот этот китайский язык на ваш родной, для того, чтобы понять все эти нужные приспособления, которые есть на этой, карте выживания. Вот, ну, в общем-то, это и не столь нужная вещь, тут и так все ясно. Итак, нас прервали, значит, вернемся к обзору. Значит, вот здесь мы имеем два накидные ключи. Ну, вот у меня на практике ни разу я не сталкивался, не могу вспомнить, чтобы мне нужен был именно вот такой вот накидной ключ. Нужны либо отвертки, либо там не подлезь, вот такой штукой будет, то есть где-то узкое место. Не знаю, может быть, когда-то пригодится. Я не встречался с таким, не могу вспомнить. Вот, значит, далее мы имеем открывашку, не знаю, мне кажется, что можно вот таким вот образом поддеть любым вообще предметом, который находится рядом, ну и, в общем, открыть эту бутылку. Вот. Это мое, конечно, личное мнение, может, кому-то нравится открывать именно вот таким вот, вот такой вот открывашкой. Так, вот здесь, значит, мы имеем отвертку, давайте поближе покажу. Отвертка у нас достаточно толстая. Вот. Контроль качества у нас на картах отличается, потому что на черной версии мы имеем достаточно тоненькую отверточку. То есть, видите, здесь вполне такую нормальную, а здесь такая толстая. Вот. Значит, что дальше? Здесь мы имеем линейку. Линейка у нас плохо пропечатана. Смотрим на черной версии. То же самое. Здесь еще хуже пропечатано. То есть, в принципе, как-то здесь мерить, наверное, достаточно неудобно будет. Вот. Что еще? Значит, здесь мы имеем пилу. Я попытался ей пилить. Это значит, в принципе, если вы хотите отпилить что-то типа ручки от швабры, то вполне можно это сделать, если вы готовы заработать себе кровавые мозоли. Потому что держать карту совершенно неудобно. Вот как ее там пилить, вот как-то вот так, что. В общем, далее вы увидите. Я ее попытался попилить. В общем, это издевательство над руками. Вот, далее, значит, здесь мы имеем консервный ключ. Честно говорю, еще не пробовал открывать. Вот это, наверное, единственное приспособление, которое я считаю, в принципе, удобным и рабочим на этом ноже, но я еще не открывал, повторюсь, банку я не открывал, я попробую открывать и этой картой, и вот этой. Вот здесь оно даже более аккуратно сделано, здесь похоже такое, типа краски, какое-то покрытие. Вот, далее, значит, мы здесь имеем нож с таким коротким лезвием, не знаю, что можно этим ножом сделать в таком вот виде, ну, что-то может быть и можно отрезать, но это будет крайне неудобно.
Вот это вот, я так понимаю, приспособление для определения север, юг, запад, восток. В общем, я этой штукой пользоваться не умею и не представляю вообще, зачем она нужна в такой карте офисному, ну, то есть офисному там работнику или там городскому жителю, ну, что он не может найти, будет искать где-то север, где юг, когда сядет на метро и поедет себе домой. Ну ладно. Ну, я так понимаю, здесь отверстие для того, чтобы ее привязать там на цепочку или еще куда-то. Вот такой вот девайс, на мой взгляд, это вещь совершенно бесполезная в качестве подарка. Ну, может быть, но может быть игрушка для ребенка, разве что. Не знаю, можно попробовать, я еще попробую открывать как консервный ключ, но носить вот эту вот бесполезную вещь в качестве только ради консервного ключа, в принципе, при желании можно и ножом открыть, если уж такая необходимость. Ну, мне кажется, что эта вещь бесполезная и покупать ее точно уж не стоит. Ну, если в подарок получен, ну, получен и получен. Я думаю, что, в принципе, это шлак, который стоит выкинуть. Вот. Ну, в принципе, у всех, может быть, у каждого свое мнение. И, в общем-то, если вы считаете, что этот девайс может оказаться полезным, то ваше мнение тоже, ну, то есть, оно не менее важно, чем мое. И если вы так считаете, объясните мне, возможно, я не прав, и я поменяю свое мнение. Вот, далее, значит, я все-таки попробую попилить им, я уже попилил, там попробовал что-то отрезать, консервную, откроем консервную банку, и давайте попробуем отвертку. Отвертку мы сейчас попробуем, вот у меня тут есть нож Steel Claw, Boss. В принципе, давайте попробуем открутить. Вот у него осевой сделан под шлицевую отвертку. Давайте попробуем, почему нет. Ну, удивление, удобно откручивать. Ну, он прокручивается, но встает, в принципе, удобно. То есть, при желании шлицевый толстый такой винт он вполне сможет открутить. Более тонко, не знаю, в принципе, здесь он, ну, то есть, вполне можно открутить. Неудобно, но можно. Вот. Давайте попробуем вскрыть консервным ключом на этой карте банку консервную, шпрот. Вот, статистами выступает Лизерман с своей открывашкой и Викторинокс. Да. Ну что ж, давайте попробуем. Для того, чтобы нормально открывать, нужен хват снизу, а снизу у нас пила. Так что это не очень удобно. Трудом открывает, в пальце, ну вот можете посмотреть, вырезается пила. Если не браться за пилу, вот таким вот образом попробовать, то, ну, тоже можно, можно, но неудобно, неудобно очень. Получается только один рез, и он проваливается, мне приходится его вытаскивать, ключ, и вставлять заново. Так, давайте попробуем черную, я думаю, здесь будет то же самое. Да, то же самое. Либо я не умею открывать, либо одно из двух. Вот. Попробуем Лизерман. Лизерман делает меньше надрез, но зато его не надо вытаскивать. В принципе, нормально открывает. Попробуем Викторинокс. Викторинокс у нас спереди, вперед открывает.
Начнем заново. Ну вот, из чего мы делаем вывод, что даже консервный ключ на этой карте крайне неудобен. И я утвердился в своем мнении, что, в общем-то, это бесполезный девайс, на мой взгляд. Значит, давайте посмотрим, на что способны эти карты выживания, а точнее убедимся на то, что они вряд ли на что-то способны. Но, тем не менее, давайте все-таки попробуем, может быть, что-то там подстрогать каким-то образом вообще. Ну, карту, во-первых, сразу скажу, ее невозможно никак удобно взять для того, чтобы использовать какой-никакой вот этот вот все-таки нож. Ну, и вот, собственно, не знаю, как его. Вот его можно, наверное, ее только вот таким вот образом взять. Вот так, уперевшись этим пальцем в ключ, а этим в открывашку. То есть так, в принципе, вот она достаточно уверенно в руке сидит, но строгать так это невозможно. Разве что срезать вот какой-то угол. Нет, это фигня. Это не для этого нож, но это вообще не нож. Это фигня. Давайте попробуем другую. Я думаю, столкнемся с тем же самым. Ну, это даже пытается что-то отрезать. Вот, как видите, но это тоже издевательство. Вот, игрушка. Давайте попробуем пилу. Пилу попробуем. Не знаю, как. Давайте, что ли, возьмем другую деревяшку, на которой будет получше видно. Давайте приближу. Видите, даже пропилил немного. Ну вот, это, конечно, тоже извращение, но если вы вдруг попадете в экстремальную ситуацию, где у вас будет несколько дней и бревно, которое не позволяет вам спастись, там, наверное, вы сможете его отпилить. Давайте попробуем вторую тоже. Давайте попробуем на рябинке, действительно, на свеженькой. Ну, это изврат, конечно. Изврат еще тот. А черная, кстати, удивительно, что черная получше заточена и получше пила заточена. Он здесь что-то совсем не пилит. Хотя давайте попробуем вот эту вот. Может быть, это просто разные деревяшки. Нет, пила тут одинаково, пилит совершенно одинаково. Одинаково плохо, я бы сказал. Вот. И рука очень быстро превратится в кровавую мозоль. Вот. Ну, собственно говоря, игрушка. Это было очевидно сразу. Ну, вот, я надеюсь, для тех, кто сомневался, я смог показать, что это все-таки игрушка.